Всем привет! Это видео короткое я решил снять на тему, что происходит, почему нет новых видео, куда я пропал, что происходит и чего в ближайшее время стоит ожидать. Дело в том, что год этот невероятно тяжелым для меня выдался. Просто такого у меня не было еще ни разу в жизни, чтобы в один год свалилось просто все, что только можно свалиться, и даже больше. Получилось так, что я развелся с женой, живу на съемной квартире. Были и депрессии, было и безумное погружение в работу, что только не было, как бы, поэтому такая пауза была большая, не было новых видео. Также я пытался вначале еще какие-то видео выкладывать и в конце говорил, что постараюсь выкладывать эти видео больше, чаще. Но это была скорее такая надежда, что все стабилизируется, ситуация улучшится и как бы все пойдет своим чередом. Но все только ухудшалось, все становилось все хуже и хуже. В итоге я развелся с женой, и помимо этого просто невероятно что-то было, ломалось все, и техника, и компьютер, и машина, я не знаю, все, что только можно сломаться, поломалось. Казалось, что еще можно было ожидать, как вдруг на Туапсе обрушился потоп. Потоп был очень сильный, затронул он буквально каждую семью. Нам тоже досталось, там пришлось ремонтировать машину. Быстро туда, бегом! Даже наша плывет. Вот так. Шестерка плывет уже. Ё-моё. Все, с моей стороны все утопленники машины. Просто сила наводнения была просто какая-то невероятная в этот раз. Были как-то еще до этого такие предпосылки, но это ничто было по сравнению с тем, что вот буквально недавно произошло. И поэтому остались считанные дни уже до конца года. И я думаю, ну вроде бы уже как бы, ну хватит уже. Должно что-то хорошее произойти в этой жизни, в этом году. Ну, есть какие-то все-таки подвижки. Также я хотел сказать, что встретил девушку, она меня очень сильно поддерживает во всем. Мы с ней вместе будем вести дальше этот канал. Зовут ее Анастасия.
Что еще хотелось бы сказать, что ожидать, какие видео. Сейчас, после этого видео, я приступлю к съемке интереснейшего эксперимента, на мой взгляд. Так как я хочу все-таки, конечно, накопить на участок всеми силами, невзирая ни на что, что происходит. Есть еще дополнительные проблемы, просто все не хочется озвучивать даже и, в принципе, загружать. Думаю, без меня проблем у многих хватает. И там уже на своем участке как бы делать, на деле показывать многие свои разработки, эксперименты, интересные изобретения и так далее. Да и вообще, в принципе, о жизни рассказывать. Но так как мне не имется, и я решил все-таки сделать эксперимент непосредственно на съемной квартире, что тоже есть большие загвоздки, ведь квартира не моя, есть много ограничений, но тем не менее я попробую и сделаю биогазовую установку в квартире. И этим экспериментом я хочу сразу как бы решить несколько вопросов, связанные с чем. Это возможно ли большую часть емкости загружать органическим сырьем каким-то, да, и маленькую часть туда добавлять навоза. Вот много комментариев даже с этим вопросом было связано. Теоретически это возможно, но хотелось бы проверить на практике, как это будет. То есть маленькую часть навоза как для закваски, так для заселения бактериями. Дальше хотелось бы получить из биогаза биометан. То есть биогаз — это смесь газов, а именно большая часть его составляет метан, углекислый газ. Ну, там есть еще сероводород, и там даже не буду перечислять, это очень маленький процент. Но основное, что необходимо удалить, это углекислый газ. Я постараюсь сделать фильтр, который более качественно и доступно его будет сделать, удалит этот углекислый газ, и мы получим природный газ, как в сети, биометан, которым, в принципе, можно будет уже заправлять автомобили, полноценно пользоваться генератором, более качественно будет это топливо для двигателя. И так далее. Будет решено ряд вопросов одним экспериментом. И я вот его скоро уже подготовил, компоненты, материалы, которые мне необходимы. И сейчас приступлю к съемке этого. Также будут видео на разные темы абсолютно. То есть канал заживет снова полноценной жизнью. Я надеюсь... Да, я даже уверен, что все наладится, все будет хорошо. Спасибо, что вы всегда с нами. Удачи вам, до встречи, пока.